помощью полицейских дети написали письма, в которых обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дороге. Школьники оформили их в виде красочных рисунков. Свои послания ребята раздали водителям на улицах города. Взрослые с радостью принимали от детей такой подарок и обещали, что всегда будут соблюдать правила дорожного движения. В рамках весенних школьных каникул хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, к родителям. Соблюдайте правила дорожного движения. При перевозке детей используйте специальные детские удерживающие устройства, соблюдайте скоростной режим в городской черте и сбрасывайте скорость перед пешеходными переходами.